Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive и Эпическая башня. У нас, в общем-то, три существа, которые, ну, по всем правилам должны просто нам надрать задницу, потому что они до 30 уровня. И вот смотри, кто у нас. Ютаринекс, кстати, атака пернатого трио, да, у Ютаринекса у нас тоже хвост пернатый, у Ютазинораптора тоже пернатый, ну и Дарвиноптер, он хоть и не пернатый, но он летающий. Итак, замедление, подмена, уменьшение, опережающий паралич. Замедление, опережающий паралич и ослабление. И здесь напоследок кровотечение и кровотечение, короче. И скорость 129, 128, 126. Че я могу взять? Могу взять Эрлика минуса. Так, я вот даже не знаю, и это, в принципе, неплохо. Да, ну, слабоватый уровень. Эрлика минус. Ну, рассчитываю только на то, что он, в общем-то, быстрее будет всех, кроме вот этой твари. Сразу нужно уходить в невидимость и двойным уроном просто за один раз. Если пробью кого-то, то будет хорошо. А если нет, то будет плохо. Да, ну даже не знаю, тут с кого открываться, может буду открываться с Трики. Но остальные слабоваты, то есть то Арамалох, но он даже похуже получается, чем Ютаринекс. Все-таки опережающий паралич здесь будет поприкольнее, чем просто паралич. Но только пассивочка, здесь есть контратака. У большинства топовых аккаунтов все-таки Ютаринекс, не то Арамалох. Ладно, погнали. Сейчас нам надерут задницу по-быстрому, да и все. Я еще тут не такой гуру, чтобы затаскивать такие бои. Так. Выберите существо. Ну, давайте Трики, чтобы однозначно мы ходили вторыми. И тут... Так, а вот мне интересно. Сейчас мне... Чей будет опережающий удар быстрее? Но, наверное, он мне протакует опережающим параличом раньше, чем я. Вот это как взаимодействуют опережающие удары. Но по логике, кто быстрее, тот и ходит первый. Вообще, тут какой-то глюк у меня произошел. Блин, ну вы что, прикалываетесь? Да, придется мне ждать целых 3 минуты с копейками. Так, что-то вроде как-то раздуплилось. Но думаю, не я, думаю, это он. А, меня уже продемажили, а я как бы этого не заметил, да, получается? И меня еще раз дымажит. Это капец. Ну, фу-фу-фу. А почему он целенький? Ну что за дичь? Блин, ну тут, ребята, вы понимаете, да, все решилось без нас. Давай. Блин, и два раза попал. Правда, удар слабенький. Это, конечно, меня радует. И кровотечение он нам не дал. Но он, сволочь, выжил. Хо, ну уклонились хоть на третий раз. Жаль, потратили этот удар. Так, ну мы сейчас будем быстрее. Но у него опережающий паралич там есть. Был. Блин, неужто ли мы еще можем затащить этот бой? Так, Ютаринекс. Ну, попробуем уклониться.
Блин, а сейчас нам паралич прилетит. Нет, а... Очень странно он себя ведет. Ну и на кого ты подменишься? Не, на кого? Так, его величество шинкователь. Номер два. Блин, затащили, ребята, несмотря на эти все глюки, лаги. Ух, иммунитет нас спас. Я уже сердце в пятках ловил. Да, несмотря на такое трешовое начало, бедный наш Трики, победа наша. Ура! Пахи цефалозавра насыпали. И еще соберем инкубатор. И мы сейчас будем бороться с атакой динозавров, которые были откопаны на британских островах. Это у нас стегозавр, игуанодон и раджа... А, мегалозавр. Похоже просто по картинке. В общем-то, ну, нам самый страшный, это, наверное... Блин, кто его знает? Ну, Раджик, не страшен. У него удар не шибко сильный, там, ну, такой себе. Скорость слабая. Больше страшит игуанодон. У него паралич с подменой и стегич, который постоянно замедляет и полтора урона имеет. Потому будем начинать с иммунитетника нашего. Начнем с шустрика. На него замедление не сработает, и подмена на него не сработает с параличом, и сразу уходим в инвиз. Вот так. 3 против 4. Ну, шансы неплохие. Надеюсь. Нам сразу полтора урона сейчас прилетает. Ну, хорошо, что мы ходим первыми, мы не теряем никакой ход. Но он по нам попал. Это, конечно, печально. Паралич нам пофигу. Это хорошо. То есть он потратил свой ход. Я проатаковать должен сейчас дважды. Надеюсь, будет дэмэдж с бонусом. Да. Ну, хотя надо было, наверное, подмену делать. Хотя нет, не надо было. Он все-таки самый быстрый. И он все равно будет ходить первым. И следующий удар мне будет с подменой. А на всякие там бафы на подмену нам не страшны. Так, ну все, тут надо меняться, иначе никак. Ну, хоть так, все равно подмена сработает. Бесплатная должна быть. Нет! Бесплатной подмены не будет. Ну, давайте трики возьмем. А это очень хорошо. У него бонус 50, а мы ему сделаем минус 90. Было бы больно. Но у нас есть удар отличный для этого случая. Мы даже быстрее трики, быстрее даже вот этого мелкой твари. Вау, кританул, блин. Ну вообще мы тут разносим просто в пух и прах. Ну, давайте посидим на контратаках, пока позволяет здоровье и щит. Мы довольно долго должны продержаться. Откусывать от него будем по 500, а то и выше. Так, что нам только что прилетело? Нам сильный удар прилетел, давайте теперь слабый. Слабый примем сквозь броню. Это была контратака? Ну, критани. Нет, не кританул, но, в принципе, у нас все шансы выжить есть. Нам чего-то стоит просидеть всего лишь два раза в защите. Сейчас будет сильный удар, потом можно проатаковать. И все отлично. Ну, ам-нам-нам. И еще один опережающий. И, в принципе, мы победили. Очень легко, да? Очень легко, притом я даже императора своего не брал.
Ну, у меня все-таки существа крутые, а это были такие себе слабенькие, обычные. Но стегозавр бывает очень неприятный, если у тебя существа без иммунитета. И без такой какой-то жесткой брони, как у Трики и контратаки, то стегич очень опасен. У него каждый удар замедляет. 14 тысяч. Да, кстати, уровень награды зависит от нашего уровня. Раньше у меня было 14, а сейчас уже 14 с копейками. Это после того, как я перешел с 18 на 19 уровень.